Fact by Fact. Топ-10 интересных фактов о летучих мышах. Летучие мыши – это животные, которые относятся к плацентарным млекопитающим, вид рукокрылые. Летучих мышей делят на микробатов и мегабатов. Первые могут весить меньше монеты, у вторых размах крыльев способен достигать 1,5 метра. Летучие мыши – единственная группа млекопитающих, способная к гипотермии, ежедневно в состоянии покоя они входят в состояние глубокого физиологического сна, снижая температуру тела до температуры окружающей среды. Большинство летучих мышей хорошо бегают по земле. Несмотря на слабое зрение, все виды этих созданий ведут ночной образ жизни. Не слишком зоркие глаза компенсируются другими органами, зверьки издают ультразвук, и по его отраженным волнам ориентируются в пространстве. Летучие мыши – такие же чистюли, как и крысы. Они всегда поддерживают тело в чистоте, и, обнаружив, что испачкались, никуда не полетят, пока не почистятся. Большинство летучих мышей питаются насекомыми, но некоторые также охотятся на птиц, ящериц и лягушек. Некоторые виды едят фрукты. Самый крупный представитель отряда – гигантская летучая лисица, обитающая на островах в южной части Тихого океана. Длина ее тела достигает 40 сантиметров, а масса – 1,1 килограмма. Мексиканская летучая мышь – самый быстрый вид рукокрылых, летающий со скоростью до 160 км в час. Ученые обнаружили в слюне летучих мышей яд. С помощью него можно создать лекарство против высокого давления и инсульта. Яд абсолютно безвреден для человека. В Китае и Японии летучие мыши – это символ счастья. В китайском языке слова «летучая мышь» и «удача» произносятся одинаково «фу». Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Оставляйте комментарии, о чем вы хотите узнать в следующих выпусках.